извиниться, что я компилировал эту презентацию буквально вот сейчас после обеда. К сожалению, я немножко, так сказать, увлекся, что называется, нашими дискуссиями. Но думаю, что может быть конкретные предложения, конкретные методы, ну и с такими результатами могут быть полезны, как минимум, для того, чтобы разобраться, что же мы хотим и что мы можем. И, ну, наверное, может быть, в каком смысле даже сориентироваться на каких-то, может быть, ну, как бы раскидать задачи, чтобы вот каждую ветку в одной, может быть, это же души, но решили более целенаправленно. Не так пунупа, не упало, не упало. Вот, значит, предложение по конструированию. Я постараюсь показать логику некоторую от простого к сложному. Может ли быть сложнее, или как или нужно, или еще сложнее, это мы с вами вместе, потом в кулуарах можем или как-то неформально обсудить. Значит, предложение, кнопка уже обычно, да? Вот начнем с планарной антенны типа двойная щель. Чем хороша антенна двойная щель? Тем, что все соединения можно делать. Если есть второй слой, то все соединения можно делать во втором слое так, что получившиеся при этом микрополосковые линии, то есть проволочка над экраном, да, мы делаем тонкоплёночную технологию, она по себе, ее важно очень понимать, потому что это тонкие пленки, где у нас есть, скажем, там экран, в котором сделаны щели, дальше идет тонкая пленочка диэлектрика, и дальше какие-то проводнички идут. И хотим мы того или не хотим, любые проводники,